Привет, и снова мы говорим об Эндис. Сегодня мы говорим о сетевом триммере Эндис Суперлайнер. Если говорить об аналогах из мира там, других производителей, то сразу же приходит в голову Wall Detailer, причем Detailer Extra Wide. Наверное, с ним и надо сравнивать, когда говорим об этом триммере от Эндис. Итак, давайте для начала посмотрим комплектацию. Понятно, что в комплектацию у нас входит коробка, входит у нас макулатура. Помимо этого входят насадки 1,5-3,6-9 мм. И к блоку питания идут сменные, ну, я не знаю, как это называть, насадки или как, да, под разные вилки. Это Европа, Англия, Австралия. Машинка довольно удобная. Я не знаю, что тут про нее говорить. Замечательно лежит в руке. Достаточно мощный роторный сетевой мотор. Здесь мощность, если верить надписи, составляет у нас 12 Вт. Это довольно много. Далеко не каждая машинка для стрижки может похвастаться такой мощностью. Здесь же у нас триммер. Работает триммер достаточно тихо, что, в общем-то, и не удивительно. Вибрации, конечно же, ощущаются, но, тем не менее, вибрации очень небольшие. Нож. В отличие от Wall Detailer, нож здесь является быстросъемным. Что это нам дает? Ну, это дает нам возможность легко и быстро чистить нашу машинку, легко и быстро чистить и смазывать наш нож. Как он легко снимается, так он легко и надевается. Ставим пятку в разъем машинки и защелкиваем. Нож здесь Т-образный, широкий, ширина порядка 40 мм, то есть точно такая же, как у Wall Detailer Extra Wide. Но из плюсов, что он быстросъемный, и точно так же, как у детайлера, здесь возможна настройка длины среза в ноль. Делается это довольно-таки просто. За счет того, что откручиваем вот эти вот два винта, ослабляем, ну и, соответственно, сдвигаем вперед или назад всю эту площадочку и меняем длину среза. Увлекаться этим я вам не советовал бы. Для начала, как только купили машинку, желательно все-таки пару недель поработать, приловчиться, а потом уже решить, надо ли вам менять длину среза. Итак, что еще можно рассказать про эту машинку? Да, в общем-то, больше говорить ничего и не требуется. Отличный мощный роторный мотор, быстросъемный нож с возможностью регулировки длины среза, установка его в ноль. 4 насадки от 1,5 до 9 мм. Ну и достаточно длинный шнур. Ну, на мой взгляд, этого достаточно, чтобы заявить о себе как очень хорошем, удобном и надежном триммере. На этом все. Подписывайтесь на наш канал Енот Постригун. Заходите на наш сайт енотпостригун.ру, ну и в нашу группу ВКонтакте Енот Постригун.